Итак, привет, друзья! Снова мой прекрасный голос. И сегодня я продолжу рассказ про недавнее шасси Thermaltake, которое, в общем-то, я уже разобрал. И, как вы выяснили, для него требуется другой вентилятор, потому что штатный шумит. Выбор пал на продукцию фирмы Noctua. К сожалению, даже не знаю, как она правильно считается. В общем, бог его знает. Ну, посмотрим, что это такое. Огромная коробка, а в ней миниатюрный вентилятор. Видно, что устройство не дешевое, потому что жертвовать такое количество бумаги на такой маленький вентилятор достаточно забавно. Обычно ровно в таком же формате 120-миллиметровый выпускается. Ладно, смотрим, что у нас такое. Скрываем. Материал и само устройство. Мягкие держатели для вентилятора в корпусе и несколько переходников. Для инсталляции понадобится вот такой вот. Потому что старый вентилятор как раз именно с такой вот распиновкой. Вопрос только в том, что длинноват получается кабель. Будет ли место, чтобы исправить? Ну, наверное, будет. Ну что ж, проверим, как оно шумит, потому что это самое интересное. Сам вентилятор производит впечатление очень качественной вещи. Видны насечки на лопастях. Да и вообще, приятно трогать устройство, которое сделано добротно и с высококачественными материалами. Явно, что трудились. Посмотрим, как оно на самом деле в работе.